Привет, привет. Привет, Чингис. Мендевни. Ну, что-то сегодня быстро прям народ набирается. Да, всем привет. Проспал сонал и эфир. У меня усиленный режим изоляции. Да, я хотел поговорить о правовой неопределенности, в которой мы сейчас оказались. Сонал вчера написал пост примерно на эту тему. Вот хотел немного шире затронуть. Царь, я не знаю, что за новость про Атарбаева. Я говорю, я проспал все, я только проснулся. Да, вот кто не видел, зайдите на страницу Сонала. Он там призвал обратиться к нашим властям, чтобы они оказали поддержку не только малому предпринимательству, но вообще на народу, потому что на месяц многие малоимущие там и другие незащищенные классы остались вообще без работы и без ничего. Тут я бы к этому добавил, что в принципе и малому бизнесу там не особо помощь оказывается. Ну, по крайней мере, из того, что я вычитал, я не вижу, что им именно помогли. Им там дадут какую-то отсрочку в лучшем случае, но потом после карантина сразу все это нужно будет отдать. Ну, сейчас я говорю просто по тому, что я читал. Я еще с предпринимателями не общался после того, как ну, после выступления Троицкого. Посмотрим. Наверное, на днях буду писать там новость и посмотрим, насколько это все действует и все такое. Но я хотел сказать, что посыл Сонала, что государство сейчас должно помогать не только там каким-то отдельным социальным группам, но вообще, в принципе, всем. Он абсолютно верен. И все исходит из того, что у нас сейчас режим правовой неопределенности. То есть вот, даже есть такая шутка, режим ХЗ, да, ввели. Вот примерно так и обстоит дело, потому что Путин не пошел на то, чтобы объявлять режим чрезвычайного положения, потому что государство в таком случае берет на себя ответственность, берет на себя обязательства, в том числе по компенсациям по наших потерь, пусть не всех, но частично. Он вел так называемые каникулы, да, там, сейчас это карантин называется или что-то. Но в любом случае это все не юридические термины, все пытаются они какими-то словечками называть, лишь бы остаться, как сказать, без потерь для себя. Мы тут в более выигрышном положении, чем некоторые регионы, потому что у нас Трапезников объявил чрезвычайную ситуацию, и при чрезвычайной ситуации тоже у них есть обязательства перед гражданами. Сейчас они там за задним числом принимают всякие законы, которые оправдывают вот такое положение. Там правительство может объявлять чрезвычайную ситуацию, все такое. Но в любом случае Трапезников объявил чрезвычайную ситуацию раньше. То есть мы должны, насколько я понимаю, и насколько вот Сонал, юрист, считает, мы должны требовать с государства, ну, от государства выполнения своих обязанностей в связи с этим. Тут вопрос, конечно, в первую очередь это вопрос
выживания тех, кто остался в таком в подвешенном состоянии, да, там у нас очень много самозанятых, которые не могут никуда обратиться, они не предприниматели и все такое. И, ну, вот, я знаю семьи, где это единственный источник дохода, самозанятость. Они сейчас остались абсолютно брошенными. Мы видим, во-первых, отношение государства к нам, а во-вторых, мы видим, что такое конституция, которую они собираются принимать. Это тот же самый будет режим вот такой правовой неопределенности, когда мы с одной стороны вроде федерация, с другой стороны у нас там начинает действовать совет губернаторов, там, ну и так далее. Там очень много там таких всяких невнятных формулировок. То есть мы вот этот режим правовой неопределенности, он будет распространяться и дальше. Поэтому для нас время карантина – это время такого переосмысления, что ли. Да? И мы на фоне этого карантина жители Калмыкии показали, что они умеют солидарно там закрыть глаза на некоторые там недоразумения в обычной жизни, да, там солидарно как-то помогать нуждающимся и все такое. Но вот эта вот солидарность было бы хорошо распространить на время после карантина, потому что если мы начнем коллективно обращаться в суды, коллективно требовать компенсации и все прочее, это можно делать уже и сейчас, насколько я понимаю, то мы, в принципе, покажем государству, ну, что мы не согласны, что мы не будем все подряд, вот все, что нам спустят сверху, с благодарностью принимать. Чингис, по онлайн-митингу, вот, не знаю, многие мне пишут, мне кажется, онлайн-митинг сейчас, какой смысл проводить? Сейчас все в зуме сидят, он смешается со всякими вот этими конференциями, там, пьянками и прочее. Сейчас, мне кажется, просто это будет одна из форм такая ухода в Zoom. Сейчас надо... Вот сейчас хороший формат для таких вот бесед. Можно, в принципе, какими-то ячейками собираться в том же Zoom, обсуждать. Но нам надо думать, как мы выйдем из этого карантина. Общество будет другим. Понятно, что оно не будет радикально другим, там, после 11 сентября тоже все говорили, мир навсегда изменится, но мы узнаем этот мир. Точно так же будет и после коронавируса, но в какой-то степени мир изменится. И если мы не будем требовательны, то мир изменится не в нашу пользу. То есть уже сейчас вводятся законы, которые будут действовать и после карантина. Ну, закон есть закон, он не на карантин вводится. И так далее. После 11 сентября мы отдали очень много своих свобод. То есть фактически спецслужбы получили право следить за нами без судов. Если раньше они это делали скрыто, то теперь они делают это явно. И после карантина мы тоже ну, будем ограничены в каких-то правах. И вот чтобы этого не произошло, нам надо выходить из карантина тоже со своими требованиями, со своими претензиями. Этого не нужно стесняться. Как тут некоторые единороссы уже пишут, там это похоже на мародерство и все такое, ничего подобного. Вот их действия, они действительно похожи на мародерство. В общем, основная цель
сегодняшнего эфира вот поговорить о том, какими мы будем после карантина. Сейчас вот как раз-таки очень удобное для нас время для того, чтобы объединиться и стать силой, которая сможет на равных разговаривать с государством. Как ни странно, вот в такое время изоляции это сделать будет удобнее, потому что я думаю, что теперь уже всем очевидно, что государство не собирается о нас там заботиться и все прочее. В общем-то, у государства и не было никогда такой задачи, но очень сложно было это все рассказать. Но теперь, когда все увидели это, я думаю, коллективно выступать будет проще. Так, задавайте вопросы, если есть. Я пока не вижу вопросов. Вот Чингис пишет, многие лишатся работы, бизнеса, появятся новые активисты, ряды пополнятся и все такое. Ну, такой ценой пополнять ряды активистов, это слишком жестко. Пусть даже активистов больше не станет. В принципе, дело вообще не в этом. Не важно там, от кого это будет исходить. Можно оставаться там при своих работах и все прочее, и никуда не лезть, но главное предъявлять требования, чтобы они понимали, что с них требуют, что их там не просят, не уговаривают, а именно требуют, что им предъявляют претензии. Потому что, сейчас, почему еще удобный момент? Путин же сказал, что губернаторы теперь это ваша проблема. Он свою голову в песок спрятал, как всегда делал, кстати. Он и во времена Курска так делал, и во времена Нордоста так делал, и сейчас так сделал. Как всегда был трусом. Свалил все на губернаторов, и, пожалуйста, давайте тогда предъявлять претензии губернаторам. Кто-то назвал это стихийной федерализации. Вот этот процесс, в принципе, он для нас будет очень полезен. Мен всем, кто присоединился. Мы говорим о последствиях карантина, о правовой неопределенности сегодня и о том, как это можно и нужно обернуть свою пользу после карантина. Это для тех, кто присоединяется, говорю. Да, так что сам факт, что Путин в таких вот ситуациях хочет передать побольше полномочий субъектам федерации, для нас это хорошо. Мы можем требовать по полной со своих региональных властей, и если они не будут справляться, то это, естественно, будет их подставлять под удар. Они должны будут как-то выкручиваться, потому что на самом верху им сказали: делайте, как знаете, как можете. Ну и в конце концов, конечно, мы должны предъявлять претензии федеральной власти, но это делать лучше постепенно, через свою власть. Как вот со школьными партами было, помните, когда учителя наказали, спрашивали, а почему к властям нет претензий? Ну как, говорит,
Мы давим на учителя, а преподаватели должны давить на министерство и так далее, там, кто над ними стоит. Так что, да, тут случай похожий. Мы давим на свои власти, а они пусть давят на федеральные. Силы и смелости хватит, пусть давят. Да там не только Набиуллина-то, они все отказались. Там и Собянин говорил, бюджеты треснуты. Да и сам Путин, он свалил же с этого разговора. Просто я имею в виду, я конечно, понимаю, что дело все в том, что не объявили чрезвычайное положение, но раз они, их начальники подставляют губернаторов, значит, мы и должны требовать с губернаторов. То есть они махнули, вот, мол, теперь это ваши командиры. Да, давайте воспользуемся этой ситуацией и будем требовать. Пусть они берут тогда на себя эти обязательства. Тем более им разрешили пользоваться бюджетом упрощенно, там, не принимая бюджет, все такое. То есть они могут какие-то деньги, я так понимаю, перекидывать на вот эти вот нужды. Денег, конечно, они не дали. Они добавили губернаторам ответственности, но денег на то, чтобы выполнить обязательства, Москва не дала. Но это, я думаю, будет уроком и для самих губернаторов, и для нас. Некоторые, кстати, регионы, они там хоть как-то пытаются. Вот даже в Астрахани что-то там пытаются делать. Но, правда, тоже для предпринимателей там какие-то меры более такие внятные, чем в нашем правительстве. Сейчас получается такое положение, те губернаторы, которые сумеют воспользоваться ситуацией и вырулят из этого кризиса, достойно не в глазах Кремля, а достойно в глазах народа, они получат легитимность. Потому что, ну, настоящей легитимностью никто из них не обладает. Они все назначены. И, в принципе, народ нигде их не выбирал, везде они были через подтасовку голосов и все такое усажены в кресло. Но сейчас для них такой момент истины, если они смогут, то, в общем-то, они получат легитимность. Но таких, ну, это фантастический сценарий, потому что как раз-таки из-за того, как их в эти кресла усаживали, мы понимаем, что большинство из них управленцы никакие. Но мы должны спрашивать, как с понимающих, как говорили во дворе у нас. То есть давить как на людей, которые обладают всей полнотой ответственности, власти и все такое, поскольку их начальник указал пальцем на них. Так что пусть берут на себя ответственность. И те обязательства, которые центральная власть не хочет выполнять, мы должны требовать со своих. Тем более, повторюсь, у нас есть некоторое преимущество, потому что у нас есть режим чрезвычайной ситуации. Так, я сейчас быстренько пробегаюсь. Вопросов пока, по-моему, нет, да? Ну, если вопросов нет, то
Ну да, народ, конечно, обозлится, но дело сейчас не в том, станет ли больше ненавидеть или нет. Сейчас вопрос именно принципиальный, вопрос становления общества как силы, которая может требовать. Потому что у нас все время, все это время, сколько современной России существует, у нас такая перевернутая пирамида, то есть власть исходит все время сверху, не снизу, а должно быть наоборот. То есть, по идее, мы не должны стремиться во власть, потому что мы и есть власть. Во власть должны стремиться те, кто не может с жизнью один на один остаться, кто боится там стать предпринимателем или там человеком свободной профессии, кому вот социальные какие-то гарантии нужны. Вот такие должны там, стесняясь стремиться во власть, и мы должны с них требовать. Ну, у нас как какое-то это, да, до сих пор такое представление о власти, что это что-то такое сакральное, что они там какие-то правители и все прочее. И вот основная эта задача просто перевернуть эту пирамиду, чтобы мы понимали, что власть здесь на земле, а не там в кабинетах. Вот Терни денег не выделит, не решит, но здесь же есть вопрос судов, то есть у них они объявили чрезвычайную ситуацию. При чрезвычайной ситуации тоже возникает обязательство. Надо требовать исполнения этих обязательств хотя бы по чрезвычайной ситуации. Ну, а просто требования о том, чтобы они позаботились вообще о населении, можно выдвигать в виде всяких там заявлений и так далее. Чем больше мы соберем там подписи, тем тяжелее им будет отмахиваться. Потому что это же не надуманная проблема. Я-то при работе своей остался, но сколько людей там, которые сейчас вообще не знают, что делать. Вот даже здесь я в эфире среди зрителей вижу таких вот и бизнесменов, и самозанятых, которые просто не знают, как сейчас быть. Поэтому, в принципе, я думаю, надо как минимум провести консультации с юристами, обговорить возможность вот этого обжалования, точнее не обжалования, а исков, да, там, требований. Раз они ввели чрезвычайную ситуацию, то потому что они вводят чрезвычайную ситуацию, а меры правительства остаются такими же, как рекомендованы федеральными властями. Так не бывает. У нас федеральные власти чрезвычайную ситуацию не объявляли, когда они вот эти вот меры поддержки писали. А у нас уже была чрезвычайная ситуация. По кредитам банковская система, да, я согласен, не зависит от власти по кредитам, но речь идет, во-первых, тех мерах социальных обязательств, которые предусмотрены чрезвычайной ситуации. Во-вторых, мы можем требовать какие-то компенсации, пусть для самых незащищенных слоев, да, там, если не для всех. Хотя, в принципе, все вынуждены дома сидеть из-за их чрезвычайного положения. Ну да, мы это обсуждали уже, что не ЧС, а чрезвычайное положение. По идее, чрезвычайное положение они должны были объявить, и тогда все было понятно. И понятно,
из-за чего они не объявляют, чтобы не брать на себя обязательства. Я вот объясняю тем, кто сейчас присоединился и как комментирует. Государство, то есть сейчас мы говорим о Москве, да, не объявило чрезвычайное положение, чтобы не брать на себя обязательства. Но сейчас я дочитаю, комментарии посыпались. Да, но государство не берет на себя ответственность, кивает на губернаторов. Типа, вот вам полнота власти, решайте. Денег, да, они им не дали. Но нас это, мы не должны входить в их положение. То есть они с нами не считаются, мы не должны тоже там считать их там деньги смогут, не смогут. Там, мы поставлены перед фактом. Нас посадили на месяц на карантин. Этот месяц многим дастся тяжело. То есть мы должны требовать компенсации, потому что люди сидят без работы, может быть, некоторые, наверняка, некоторые сидят без денег. То есть для тех, кто там не попадает под формы какой-то там защиты, на местном уровне, да, там какие-то меры они приняли, по крайней мере, анонсировали. Для них сейчас вот очень тяжелое время. И, в принципе, мы должны потребовать, а механизмы они пусть уже ищут сами. Если это будет массовое обращение, то я думаю, им придется искать, чтобы показать перед Москвой, что они решают, что они пытаются там что-то тут решить. Ну и кроме того, еще раз повторюсь, чрезвычайная ситуация, которая объявлена в листе с первых же дней, она тоже обязывает государство к некоторым мерам поддержки. Ну вот насчет передвижения в ночное время Ваня Чучеев там писал, у него на странице есть подробный анализ там со всеми выкладками, там непонятно на какой закон он ссылается. Ну, я вот ездил ночью. И гаишники не останавливают. Видимо, они просто не знают, на что ссылаться. Но это, на мой взгляд, тоже. Я вот не юрист, но я согласен с Иваном. Мне кажется, это абсолютно какое-то недоразумение юридическое. Эти вопросы тоже можно обжаловать вот в рамках вообще вот тех требований, которые сейчас надо выдвигать. И вы заметили, сейчас уже движение практически восстановилось. Я вот сегодня выходил на улицу, вчера выходил на улицу. В эти 2 дня вот машины прям летают уже. То есть их уже как до карантина стало. Пешеходов еще меньше, но уже заметно больше, чем в первые дни карантина. Потому что после того, как Путин объявил до 30 апреля, народ просто плюнул. Денег не выплачивают за то, чтобы дома сидеть. Сказали сидеть целый месяц. Естественно, все стали шевелиться, как-то решать свои дела. Если мы
Но если этот вирус действительно настолько страшен, да, там, я опять же не специалист, сейчас споры идут там, насколько он страшен. Но если этот вирус действительно настолько страшен, то вот эта вспышка активности, она приведет к новой вспышке, я имею в виду эпидемии, да, теперь. И получится, что правительство не справилось со своими обязанностями, то есть тем самым, тем, что они не выплатили никаких компенсаций, не обеспечили народ, чтобы он мог спокойно сидеть дома и наблюдать там, как полицейские патрулируют улицы. Они, по сути, провоцируют новую вспышку вируса. Вот сегодня уже прям Ленина гудела, там машина уже туда-сюда носится. И я думаю, никакие вот эти ограничения на передвижение по ночам. Вообще странно, днем машины летают туда-сюда, они вирус не разносят. А вот ночью, ночью, по логике Трапезникова, это... Продавец магазина, как они объясняли, не считается новым очагом, потому что его контакты восходят к первому заразившемуся, да, там, к нулевому пациенту, как они говорят. Ну, это, мне кажется, такое сомнительное высказывание, но официально они считают, что у нас два очага, это вот пацаны, которые приехали из Москвы и из Индии, но и та, которая из Индии, вроде бы сразу же изолировалась. Ну да, вот, но ночью просыпается мафия и начинает разносить коронавирус. Получается так, какая-то странные меры безопасности, конечно, они принимают. Ну, в общем, суть в том, что ничего в сторону изоляции не изменилось. После первой недели все посидели, было достаточно строго. А как только Путин сказал до конца месяца, все, народ просто махнул на все это дело рукой. Как там Адьян, я не знаю. Мы с ним не знакомы, в соцсетях только дружим. И в соцсетях он 4 апреля выходил последний раз, говорил, что все нормально. Ну, там тяжелых двое и оба пожилые, 62 и 68 лет. Я сегодня созванивался с врачами. Так что я думаю, что с молодыми ребятами все нормально. Ну да, конечно, плохо, что в тяжелом состоянии. Ну, они уже были с тяжелыми заболеваниями. Сейчас еще добавился коронавирус, поэтому состояние резко ухудшилось. Да, кстати, у нас есть хороший пример. Это вот Москва, когда хотели ввести эти QR-коды. Они, в общем-то, не выходя из дома, это все дело отменили. Они стали возмущаться, они стали захейтили это приложение Андроида. И Собянин вынужден был сказать: да, ребята, и мы были неправы.
Сейчас вообще очень многое может измениться, и поэтому я думаю, нам надо выходить из этого кризиса более требовательными и на голосовании по этой конституции показать, что власть потеряла окончательно доверие. Подъезды я, кстати, тоже не видел, что обрабатывают. Фотографии видел администрации. Сколько продлится карантин, я вообще не могу сказать. Тут нужны специалисты. Но чисто политически им, наверное, 30-го надо завершать, потому что им надо провести 9 мая столько там они на это 75-летие ставили в плане имиджа, да? Это будет имиджевый удар, если они не пройдут 9 мая. И им нужно срочно провести всеобщее голосование, потому что они жаждут этих поправок. Не исключено, что они вот 30-го все это дело закончат, проведут вот эти мероприятия, и если появится новая вспышка, то нас быстро посадят на карантин, чтобы мы не выступали, не возмущались новыми поправками и все такое. Такой сценарий возможен. Но как будет на самом деле, тут больше к медикам все-таки вопрос, потому что картина у них сейчас более полная. Да, вот, и, кстати, врачи сейчас, тут речь в комментариях о врачах пошла. Мы сейчас по Москве видим, сколько на самом деле должны зарабатывать врачи. И там, ну, ищут, по крайней мере, ну, достаточно такой солидный паблик. Интересная Москва публиковала эти объявления с зарплатами. И, наверное, информация проверенная, хотя я сам не проверял, но там они искали людей с зарплатой от 250 до 400 тысяч, от 150 до 400 тысяч, ну, в зависимости от специализации. Я думаю, вот такой высокой зарплаты вот как раз заслуживают врачи и люди в образовании, потому что именно в этих отраслях нужно создавать жесткую конкуренцию. Тогда у нас уровень жизни будет расти, когда у нас будут высококвалифицированные и медики, высокотехнологичная медицина, чтобы у нас не простаивали, как, по крайней мере, в начале это было на нацпроектов, когда привезут аппарат по нацпроекту, а работать некому. Ну и роль образования тоже вот на фоне этого кризиса видно, что люди, которые имеют образование, они все-таки легче переориентируются, находят способы переориентировать там и свой даже бизнес, и свою там работу, все такое. У людей без образования, конечно, проблемы больше сейчас. Потому что вот контактные, да, там, скажем так, виды работ, они вот сейчас простаивают. Ну, Москва не Россия, понятно, но я имею в виду, что по Москве мы увидели примерно сколько по-настоящему, как должны оцениваться труд врачей. Понятно, что до такого уровня они сразу не подымут, но если
врачи сумеют объединиться, там, создать что-то типа профсоюза, не того, что есть, а настоящего профсоюза, который там, то, в общем-то, могут они вот на фоне этой эпидемии добиваться каких-то постоянных, ну, то есть повышения зарплаты на постоянной основе. Да, вообще вот такие профессиональные всякие союзы сейчас очень актуальны. Я думаю, и бизнесменам, ну, предпринимателям, да, бизнесмены, наверное, для малого бизнеса плохо подходят. Предпринимателям надо тоже объединяться в какие-то свои союзы, как-то коллективно отстаивать права, потому что у нас все поодиночке. Мы как-то пытались вот на волне протеста эту тему раскачать, но людей вот в профессиональных сферах очень тяжело было объединить. Но сейчас вот я видел, что предприниматели обсуждали такой вопрос, но как далеко зашли, не знаю. Но это было бы очень круто, чтобы вот сейчас соорганизоваться, а работать на постоянной основе, потому что права предпринимателей нарушаются не только во время таких кризисов. И они очень незащищенные, постоянно что-то им угрожает. Рынцен Даляев здесь причем, ну, я не поддерживаю такие лозунги, потому что я считаю их нереалистичными. А все, что нереалистично, ну, может быть, я так устроен, но то, что нереалистично, мне кажется популизмом. Ну, для чего кричать про независимость Калмыкии, если ты понимаешь, что это неосуществимо? Я это высказывал ему и лично, и через эфир. Да, так что тут моя позиция не изменилась. Ну и кроме того, для протеста это отталкивающие лозунги. После каждого такого выступления количество людей, выходящих на площадь, уменьшается. Сейчас вот нельзя так говорить, это цинично, но карантин пошел нам на пользу. Есть возможность для перезагрузки не только протеста, но и вообще всего общества, общественного сознания, что ли. Ну, у Эрнсена там два лозунга: «Россия нам не родина» и еще что-то такое. Ну, короче, за независимость Калмыкии. Да, нам нужно думать о... Ну, во-первых, раз уж зашел об этом разговор, во-первых, посмотрите на государства, которые добились независимости, да, там так называемой независимости. Какие мы вспоминаем государства? Это Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР. Никто их не признает и не признает, да? Они живут, выживают. Каждый, кто был в той же Абхазии, да, там на море. На море-то все еще более-менее прилично, отъедешь немного в сторону, там видна эта разруха и все прочее. Про ДНР там и говорить не стоит. Государство строить сейчас дорого, ни у кого нет денег. И вот эти вот
независимость международное сообщество не признает. Даже если Россия там враг в глазах всего международного сообщества, она не признает независимость, потому что начнутся проблемы у них, у самих там. Им это не нужно. И для чего вот это через... Ну, во-первых, это просто нереалистично. Зачем об этом говорить? А во-вторых, даже если вот немножко дальше пройти по этой нитке рассуждений, то для чего это? Вот, ну, добьемся мы независимости и останемся ни с чем. Нам надо использовать те условия, которые есть. И в этих условиях, да, добиваться больше самостоятельности. Ну, в первую очередь нам надо, вот с моей точки зрения, вот перевернуть эту пирамиду, чтобы здесь внизу оказалась реальная власть, а там в кабинетах были простые исполнители, а не какие-то там батуханы или там еще там. Вот этот вопрос про лидеров там, прям как каждый раз, когда говорят лидеры, я за пистолет уже хватаюсь. Фейки самоизолировались. Да, кстати, да. Что-то не видно нигде их. Ну вот для начала нужен народом избранный глава. Вы же видите эту выборную систему, да? Я думаю, нам нужно добиваться того, что мы можем добиться. Понятно, что в ближайшее время будут спускать с Кремля. На выборы надо ходить, надо все время показывать им нелегитимность. Но в этих условиях, в которых мы существуем, нам просто нужно быть более требовательными больше самоуважения, что ли, не разговаривать с позиции слабого, а разговаривать с позиции равных. Это то, что мы сейчас можем сделать. Об этом надо говорить. Со временем, да, может быть, избирательная система изменится. Но сейчас, в ближайшее время, нам глав будут спускать. Уберем Бату, посадят какого-нибудь хату. О том, что снизу кого-то приведем, я думаю, лишний раз мечтать не стоит. Но на выборы ходить надо. Надо показывать нелегитимность тех, кого усаживают с Кремля. Что вы думаете о либертарианстве? Ну, в принципе, сама концепция красивая, да, там. Правда, если мы говорим сейчас про Светова, про то, что он пропагандирует, он умалчивает, мне кажется, о многих вещах, например, там, о саморегулирующем рынке, да, при котором, опять же, незащищенные слои станут еще более незащищенными. Все-таки вот из нынешних систем, наверное, социал-демократия такая более-менее, ну, адекватная нынешнему устройству. Но вообще я к политическим идеологиям отношусь как к утопиям. То есть вот что социализм показал, когда у него не было конкурентов, он показал свою утопичность. То точно так же либерализм, да, там он... Когда у него практически не стало конкурентов, он стал перерождаться в неолиберализм, который вот в экономическом плане близок к либертарианству, да? И иногда их даже считают одним и тем же. Мне кажется, главное – это конкуренция политических машин. Идеологии уже в ближайшее время, мне кажется, вымрут. А какие будут политические машины, мы посмотрим.
Вот конкуренция, она рождает такой более-менее адекватный подход. Потому что при конкуренции и социалисты нужны, и либералы нужны. Вот если мы о нынешних идеологиях говорим, и консерваторы нужны иногда. Момент Валентина. Так. О чем еще поговорим? Все, наверное, час у нас заканчивается. Ну, тема была, Валентина, про правовой неопределенности, в которой мы оказались, и о том, как выходить из этого кризиса. Ну да, Кикенов в этой ситуации набрал, да, баллы. Вот, кстати, тоже это показательно, потому что все-таки под давлением общества они так вынуждены были открытыми, ну, быть такими открытыми, да? Он там, допустим, выступает в эфире, не говорит про клопов. В тот же вечер про клопов в соцсети разносят, и на следующий день он приходит и говорит, да, клопы были. Ну, то есть, когда общество не дает что-то укрывать, Кикенов, как умный человек, он просто сориентировался. Он понимал, что если он заврется, то будет хуже. А есть чиновники, которые в такой ситуации продолжают врать. Кикенов в этом плане молодец. Ну и тут надо отмечать важность общественного мнения. Ну, Санал Ачиров рассказал у себя на странице про вот это вот, для чего он пошел помощником депутата, там, чтобы... Это его личное решение, эти вопросы с ним обговаривать. Он нам об этом давно сообщил еще, когда только принимал решение, мы сказали, ты взрослый человек, сам решай. Он решил стать. Мета-республика и выборы президента Калмыкии, что думаете? Вопрос немножко не понял. Мета-республика, в принципе, предполагает взаимодействие поверх вот этих вот барьеров, которые государство устраивает. То есть административные границы, государственные границы и все такое. Просто объединение всех тех, для кого важна Калмыкия, да, там в каком-то общем деле. Понятно, что это не будет общий бизнес, мы не можем фабрику из республики сделать, но каким-то образом можно продумать, как вот эти вот люди, которые согласны вот действовать командой, да, там что они могут сделать для республики, для того, чтобы давать шанс молодым людям, которые точно так же будут вливаться в эту систему, да?
Никакого президента она там не предполагает. Это как раз-таки такая будет полуанархичная, что ли, если будет организация, которая будет взаимодействовать на условиях там прямой демократии, да, там, если нужно какой-то вопрос решить, этот вопрос решается оперативно, конкретный, а так, чтобы опять там искать какого-то лидера, который в конце концов эту идею запорит. Уже есть, кстати, работы, которые научные, я имею в виду работы, которых рассматривается как децентрализация, ну, в которых рассматривается, что сама идея вот этого лидерства, она идея, которая кончилась в 20 веке, что сейчас наиболее успешно это те формы, где есть децентрализация и где нету человека, на которого все переложили ответственность. То есть ответственность должна быть распределена по всем участникам, тогда больше шансов на успех. Когда мы... Лидер кто это? Лидер тот, на кого люди, сидящие на диване, хотят переложить ответственность. Вот ты давай, ты там давай, мы за тебя, все такое. А потом у него что-то не получилось, его вместе с потрохами съели. Вот это и есть лидерство. Больше лидер ни для чего и не нужен. Это человек, на которого сначала все хотят переложить ответственность, а потом скинуть на него всю вину за неудачу. То есть это лидеры появляются там, где много людей, которые не готовы взять на себя ответственность. Да, все правильно, вот про вертикали и горизонтальные связи. Вот, как раз-таки, да, у вертикальной системы мы видим, как она съедает наше государство, и противопоставлять ему нужно горизонтальные связи. То есть вот эти вот все низовые самоорганизации и все такое. Ну, полисы, да, не такие уж плохие были в плане организации. Ну, Светов, в принципе, конечно, было бы интересно, если он согласился. Вы в прямом эфире где? В Ютьюбе приглашали его? Ну, если он предварительно согласился, то, в принципе, да, можно продолжить этот разговор ну, в смысле, уже к какой-то конкретике перейти. Правда, у нас может с помещениями возникнуть проблемы, но я думаю, это решаемо. Скиньте, да, в личку мне скиньте ссылку. Ну, Кикенова все хвалят не от хорошей жизни, просто таких примеров очень мало во власти, поэтому... И на фоне нынешней власти он, конечно, смотрится сейчас выигрышно. Хотя вот в личных разговорах мне говорили, что официальная информация и ситуация на Земле отличаются. Ну, правда, не пояснили, насколько все серьезнее на Земле. У меня заканчивается эфир. Я буду прощаться, эфир сохраню, жду ссылку. Всем спасибо за участие, давно не виделись. Все, всем пока.